Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Сюжет сказки, в принципе, известен практически всем, и говорить о ней сегодня можно разве что для того, чтобы обнаружить какие-то утерянные смыслы. Это не столько археологические интеллектуальные раскопки, сколько понимание этой сказки как актуального сегодня произведения. Вообще стоит отметить, что 20 век позволил нам исключить из этого произведения один из самых важных элементов, то, что называется христианским контекстом. Чтобы не путаться и не вносить какую-то, наверное, неверную здесь религиозную составляющую в чистом виде, будем называть этот контекст христианским дискурсом. Почему важно об этом сказать? Дело в том, что когда мы читаем произведение, любое произведение, то сам автор, а любой крупный писатель обязательно эти элементы вкладывает туда. Сам автор является тем, кто дает нам опорные точки для понимания. И открывая сказку о рыбаке и рыбке, мы, в принципе, видим в первых же четырех строках такую опорную точку. Ну, я напомню, как это звучит. Жили старик со старухой в ветхой землянке, и жили они ровно 30 лет и 3 года. Наверное, многие, когда вот я обратил внимание на эту строчку, вспомнят, что такое 33 года в нашей традиционной культуре. Что это вообще за цифра? Конечно, это возраст Христа. Маловероятно, что Александр Сергеевич Пушкин указал такую дату просто для ритма или для рифмы. Очевидно, эта дата имеет огромное значение. Более того, она повторяется дважды, когда старик вылавливает рыбку, то говорится следующее: удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года. Такое настойчивое упоминание одного и того же числа отсылает нас, конечно же, к тому самому христианскому дискурсу. Почему это важно? Дело в том, что современный человек, если его попросить выстроить такую шкалу от самого негативного персонажа к самому положительному, наверняка на край шкалы, как самого негативного персонажа, поставит старуху. С другой стороны, будет, скорее всего, рыбка, как тот, кто является благодетелем. Старик же выступает скорее в качестве жертвы. Мы сейчас попробуем понять и увидеть, буквально исходя из текста, почему такая интерпретация неверная. Ну, начнем с того, что 33 года, как я уже сказал, это известный образ, возраст Христа. Пушкин, будучи выпускником Царскосельского лицея, в своей образовательной программе имел и такую дисциплину, как закон Божий. Это вообще было характерно для образовательных учреждений Российской империи. И очевидно, что то, что называют матчастью, новозаветный канон, ему был известен. Поэтому, обращаясь к дате 33 года, мы просто обязаны соотнести ее с тем самым образом Христа. Что произошло в евангельском каноне? В 33 года Христос был распят. Но не просто распят, а пожертвовал собой, совершил некий поступок, нечто, что являлось радикальным поступком с точки зрения человека.
изменившим все. Старик, прожив со старухой 33 года, тоже, казалось бы, получает такую возможность. Здесь важно обратить внимание на следующий момент, почему рыбка золотая. Источником сказки, как известно, были, ну, во-первых, русская народная сказка о жадной старухе, правда, там в качестве искусителя выступает некое волшебное дерево. Также это были сказки братьев Гримм, где, кстати, старуха, там тоже есть такой персонаж, в конце концов становится папой римскою. У Пушкина в «Черновиках», между прочим, такая запись имеется. И третий источник, не менее интересный, это индийская такая фольклорная традиция, где некий златоликий дух воды, он там назван огромной золотой рыбой, выступает в качестве некого выдавателя благ, материальных благ, что крайне важно. Итак, мы имеем, погрузившись в саму историю, старика со старухой, живущих 33 года возле моря, и события, когда появляется говорящая рыбка. Рыбка предлагает старику буквально дать за себя откуп. Очень важно, что Пушкин указывает, как старик удивился и испугался. Ну, казалось бы, человек, который 33 года видит рыбу, закидывая невод, поймав небольшое существо, пускай даже говорящее, удивиться-то он должен. Но почему он пугается? Дальше мы поймем, что испуг старика был, в общем-то, первой естественной реакцией, именно потому он и отпустил это существо. Но приходя домой, он рассказывает своей старухе, и дальше события начинают разворачиваться по известному нами сюжету. Мало кто обращает внимание, что старуха за всеми негативными коннотациями, которые приобрел ее образ за 20 век, вообще-то прожила с этим человеком 33 года, независимо от того, что живут-то они в ветхой землянке, корыто у них разбитое. Почему-то это стало исключаться. Второй важный момент. Море – среда, откуда появляется рыбка. Мы посмотрим, как оно меняется. В первый раз, когда старик приходит просить, море слегка разыгралось. Далее помутилось море. Неспокойно море. Потом уже и откровенно почернело море. И финальная стадия моря, то есть той среды, из которой появляется это золотое существо, видит старик на море черная буря, вздулись сердитые волны, так воем и воют. Довольно сложно представить, что нечто доброе, нечто, имеющее в своей основе побудительные причины благотворения, происходит вот из такой среды. Когда мы говорим «добро», мы скорее имеем в виду нечто спокойное. Пушкин имел действительно невероятный дар, потому что конец XIX и XX века, когда было развито такое направление, как психоанализ, показал, что образ моря – это еще и образ того, что называют бессознательным. Итак, мы имеем старика, который обращается к золотому существу, приходящему из все более чернеющего и гневающегося моря. В конце концов, все падение старухи
происходит не само по себе, а каждый раз посредством именно старика. В итоге мы можем, вспоминая знания Пушкиным новозаветного канона, вспомнить знаменитое 1 Коринфянам апостола Павла. И когда мы обращаемся к этому посланию, то находим основания предположить, что сама по себе сказка – это не история о какой-то жадной старухе. Пушкин навряд ли стал бы этим заниматься, писать еще одну такую историю, когда они уже были. Это в каком-то смысле развернутая цитата из этого послания, где сказано буквально следующее. Первый раз там сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Мы видим, что в сказке вроде бы все позволительно, но это начинает обладать. Далее сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно и не все назидает». Мы видим, что с каждым разом старик не вразумляется, он не понимает, что делает только хуже. Ну и, конечно же, знаменитая 13 глава, которая в искусстве цитировалась довольно часто, о любви. Что из себя представляет любовь? В частности, любовь долго терпит и милосердствует. Милосердствует ли старик? Ведь именно здесь и случается тот подвох, как будто бы он такой долготерпеливый. Но является ли милостью каждый раз, когда он выполняет поручение старухи? Любовь не превозносится, не гордится, сказано в этом послании. Но старик приводит свою старуху, жену свою, которая терпеливо жила с ним 33 года, к тому, что она начинает и превозноситься, и гордиться. Любовь не бесчинствует и не раздражается. Ну, здесь, я думаю, не надо быть христианином, чтобы понять. Именно старик является каждый раз посредником между источником, дающим, ну, то, что можно назвать в христианском дискурсе соблазном, искушением, и старухой. Старуха ни разу не соприкасается с рыбкой, кроме как через старика. Выполняет ли старик свою функцию, ну, которую можно представить с точки зрения такого классического, да, нашего общества, защитника дома? Навряд ли. В данном случае мы видим, как потребление, материалистическое представление о счастье рушится, что вполне себе естественно. Сегодня эта сказка крайне актуальна, и, думаю, нет даже нужды в очередной раз указывать, что старуха выступает в качестве такого соблазненного потребителя, который живет в наивном представлении, что полный холодильник или какой-то другой материальный достаток есть признак счастья. Оказывается, нет. Более того, финал сказки вполне себе положительный. Потому что то, что, опять же, в христианском дискурсе называется промыслом Божьим, отнимает все нажитое без какого-то усилия, без какого-то труда и возвращает к исходной точке, позволяя старику и старухе сделать в этот раз правильный выбор.